Здравствуйте! В студии Ярослава Богатырева с обзором итоговых экономических новостей 2017 года. Пожалуй, самой обсуждаемой темой уходящего года стал курс тенге. В 2017-м национальная валюта переживала взлеты и падения, однако в конечном итоге вернулась к тому, с чего год и начинала. Самое значительное для нас валюты укрепление к доллару произошло в первом квартале 2017-го, составив почти 6%. Курс изменился с 333 тенге до 313. Во втором квартале тренд укрепления сменился на противоположный. Нацвалюта провалилась на 3% до 320 тенге за доллар. В июне нацвалюта падала даже до 327 тенге. На этот раз основное влияние на курс оказало существенное снижение нефтяных котировок. В третьем квартале ослабление курса нацвалюты продолжилось и стало самым значительным за год, составив 6%. Это происходило вопреки 20% росту нефтяных котировок. В четвертом квартале национальная валюта на короткое время ослабела до 345 тенге, но затем стала укрепляться. Сейчас курс тенге колеблется в пределах 330-333 тенге за доллар. Пенсионные накопления казахстанцев и их дальнейшая судьба. Аресты руководства ЕНПФ, ситуация с банкротством Банка Азербайджана, в который инвестировались наши сбережения, огласка проблемных активов фонда. Все это породило массу слухов и панические настроения среди граждан. А тут еще последняя новость. ЕНПФ могут объединить с Нацфондом. Чего от этого ждать и вернут ли пенсионные деньги? Ситуацию прокомментировали в ЕНПФ. Сегодня объем проблемных активов фонда почти 45 миллиардов тенге. Ведутся судебные тяжбы с должниками. Таких у ЕНПФ 21. В 2017 году уже удалось вернуть более 16 миллиардов тенге. Работа продолжается. Что же касается объединения пенсионного и национального фондов, то Казахстану предлагают пойти по пути Норвегии, чтобы сделать единый фонд более надежным. Речь идет о модели управления деньгами, пенсионными активами. Норвежская пенсионная и страховая система имеет свои особенности. Все они будут рассмотрены командой Нацбанка. И мы надеемся, что специалисты ЕНПФ тоже будут привлечены к этой работе. Мы будем изучать этот вопрос. Посмотрим, каким образом это было реализовано. На этой неделе президент Казахстана подписал налоговый кодекс. Разработать новый документ глава государства поручил в начале года. Новшества, предлагаемые властью, бизнесом и общественностью, обсуждались на разных уровнях. Уже в сентябре проект кодекса представили в Мажилисе, где его тут же раскритиковали. После жарких споров и обсуждений Нижняя палата парламента все же одобрила проект, и он отправился в Сенат. Там проекту налогового кодекса тоже пришлось несладко. Порция критики от сенаторов была закреплена новыми поправками и отправка на доработку. Мажилисмены с мнением коллег Верхней палаты согласились и приняли замечания. Только после этого документ попал на стол президенту. Подписан он 25 декабря. Уже сейчас эксперты говорят о том, что новый налоговый кодекс вовсе не новый, и это главное претензия к документу. Он сохраняет действующие специальные режимы для малого и среднего бизнеса. Нашпигован большим количеством ссылок. Ничего концептуального в систему налогообложения не внесено. Снято ограничение по обязательной постановке на учет по НДС при применении специального налогового режима, если превышал предельный оборот по НДС, то есть 30 тысяч МРП. Также у нас учтено предложение предпринимателей Кустанайской области – это снижение срока исковой давности с 5 до 3 лет для предпринимателей среднего и малого предпринимательства. Позитивная вещь, которую бизнес поприветствовал, это как раз-таки сокращение срока исковой давности. Вот только в силу данная норма вступит только с 2020 года. В палате также отметили, что несмотря на то, что кодекс уже принят, некоторые вопросы остаются открытыми и будут рассматриваться и решаться в 2018 году. По всей видимости, это означает, что принятый кодекс претерпит еще не одно изменение. На этом наш обзор экономических новостей завершен. С наступающим Новым годом! До свидания! Кустанайские аграрии дождались отмены в налоговом кодексе нормы, которая запрещала им прочую деятельность, кроме основной. Но появились новые проблемы. С нового года налоговую отчетность вместо двух раз в год им придется сдавать каждый месяц. Татьяна Калюжная расскажет подробности. В этом году кустанайские сельхозтоваропроизводители не раз поднимали вопрос о внесении изменений в налоговый кодекс. Они просили отменить норму, запрещающую им прочую деятельность, кроме основной. Дело в том, что сельхозтоваропроизводители не имели юридического права, к примеру, расчищать от снега дороги к селам или же иметь на балансе котельную, которая занимается обогревом школы. Этот вопрос решился, но появились другие. Будет ежемесячная отчетность каждого крестьянского хозяйства, хоть 200 гектар, хоть 500 гектаров, они будут отчитываться ежемесячно по вопросам, не отчитываться, а вести отчетность и оплату по медицинскому страхованию ежемесячно, пенсионное отчисление, соцотчисление. Они хотят это сделать ежемесячно. Но имея маленькое крестьянское хозяйство, 400 гектар,
Он, к примеру, в год платил 3000 там, единый земельных, они там копейки платили. Он платил, к примеру, 3000 тенге. Сегодня он каждый месяц будет платить по 300 тенге в течение года, да? Он только за одно перечисление через банки он заплатит там 150 тенге дополнительно. Хотя раньше отчетность была два раза в год. Представители кустанайского филиала Союза фермеров Казахстана теперь обеспокоены, что это новшество создаст аграриям и животноводам дополнительные проблемы и очереди в налоговых. При этом сельхозтоваропроизводители сдаются логичным, на их взгляд, вопросом. Если аграрии платят больше налогов, то и село должно получать бюджет не меньше. На город огромные деньги выделяются, бюджет защищали. Ну, здорово. Но посмотрите, что творится в деревне сегодня. Хоть копейку надо заложить хотя бы, чтобы акимы сельских округов имели маленький бюджет и могли работать. Поэтому это вопрос серьезный. Кто поедет с дипломом в село, когда нет ни квартиры, ни нормальных условий для жизни? Конечно, не поедет в город. В городе, пожалуйста, тебе центральное отопление, вода, все. А в деревнях что творится? Мы тогда работаем, скоро никого не останется. Что касается перехода на электронные счета фактуры, то к радости сельхозтоваропроизводителей это новшество было с 2017 года передвинуто на 2018 год. Однако пока не ясно, запустят ли новую систему в новом году. Манарбек Касколов и Татьяна Калюжная, РТН. В Кустанае в новом году появится филиал Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан. Региональный центр переподготовки и повышения квалификации государственных служащих Кустанайской области начнет свою работу в новом статусе. За 2017 год здесь прошли обучение без малого 2000 государственных служащих региона. Региональный центр за последние годы стал центром инновационного знания и практикоориентированного обучения. Организовано и проведено 39 семинаров повышения квалификации и 12 курсов переподготовки. Взаимодействие регионального центра и служб управления персоналом государственных органов области позволяет проводить обучение госслужащих на передовом опыте. Это выездные занятия на практические площадки индустриально-инновационных и социально-экономических объектов Кустанайской области. Основная миссия регионального центра – это повышение профессиональных и личностных компетенций государственных служащих, способных реализовывать стратегические цели и задачи государственной политики Республики Казахстан на региональном уровне. А лучшим преподавателям вручили подарки. Очень важно, что сегодня установилась такая связь практиков и практики и теории. Большинство преподавателей, вы сегодня сами слышали, это действующие сотрудники, либо сотрудники, уже находящиеся на заслуженном отдыхе. Буквально сама недавно проходила обучение в региональном центре. Хочу выразить слова благодарности, конечно же, сотрудникам регионального центра, а также преподавателям, которые нас обучали, которые давали нам знания. Мы должны всегда принимать участие в осознании мирового опыта деятельности государственной службы всего мира. Для меня лично работа в региональном центре дала очень много, потому что взаимный обмен мнениями, люди приходят более подготовленные, имеющие высшее образование, поэтому мой уровень знаний должен соответствовать уровню знаний моих слушателей. Чествовали и слушатели. Уже третий год проводится конкурс «Лучшая самостоятельная работа». Наша работа была признана призовой, первой. Мы очень рады. Хотели, конечно же, отметить и поблагодарить коллектив регионального центра повышения квалификации. Благодаря этим курсам имеется возможность получить новые знания и повысить свою профессиональную компетенцию. Хочу сказать, что новые знания в дальнейшем помогают более качественно и эффективно реализовать задачи государственной политики. Региональный центр, он как бы является в своем роде диалоговой площадкой, где государственные служащие имеют возможность задать вопросы и получить профессиональный ответ специалиста. Необходимо повышать уровень квалификации, потому что это вызвано объективной необходимостью, сегодняшним временем, повышенным количеством информации, с которой приходится работать государственным служащим. Я, конечно, очень рада тому, что сегодня наградили, номинировали. С благодарностью отношусь к своим коллегам. Новый год региональный центр начнет уже как филиал Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан. А это новые подходы, новые задачи в обучении государственных служащих. Алексей Кудрявцев, Ольга Наприенко, РТН. –
Ледовый городок, катки и горки открыли зимний сезон в городе. В этом году для кустанайцев доступны и бесплатные катки. Еще одной особенностью стало открытие ледового городка для маленьких жителей областного центра, где можно бесплатно покататься на коньках, и о новогодних праздничных городских мероприятиях расскажет Динара Абдирова. Все работы по оформлению города были начаты еще в конце ноября. Сейчас на площади перед Акиматом возвышается 22-метровая елка, а рядом построена новая большая ледяная горка. Здесь уже собираются горожане и взрослые, и дети, особенно в вечерние часы. Однако горку в этом году построили иначе, чем в прошлые годы. В этом году, вот, например, если центр взять, мы сделали поворот на улицу Байтерсена с поворотом немножко. И немножко усреднили меры безопасности, все предусмотрено, ступеньки там смотрели, там уже пошире. Горки расположились на главной площади, в сити-центре, на территории бульвара молодежи, в районе Кустанай-2 и в поселке Дружба. Особенностью года можно считать и ледовый городок. Залили для кустанайцев и катки. Горожане могут посетить как бесплатные, так и платные. Возле бесплатных причем не найти пункта проката коньков, поэтому кустанайцам нужно будет идти на эти катки со своими коньками. Покататься на коньках совершенно бесплатно можно во дворах многоэтажек Карбышева, Альфа Раби, 8-го микрорайона, а также по улице Гальдады, что напротив детского дома семейного типа «Жануя». Подготовили для кустанайцев и праздничную программу к Новому году. Новогодние мероприятия будут проходить здесь, на площади перед областным акиматом. Начнутся они, по информации пресс-службы акимата города Кустаная, 31 декабря в 7 часов вечера, а завершатся в 2 часа ночи 1 января уже 2018 года. Фейерверк кустанайцы могут увидеть час ночи, и лишь после этого начнется главный концерт с участием Деда Мороза и Снегурочки. Для удобства жителей автобусы в ночь с 31 декабря на 1 января будут ходить до 4 часов утра. Планируется, что горожан и гостей города будут обслуживать 8 маршрутов. Это 2, 5, 7, 13, 18, 10, 22 и 38. Дмитрий Гуренко, Динара Абдирова, РТН. Мишура, елка, конфеты – известные новогодние песни. Водитель автобуса Евгений Калинин уже 10 лет подряд создает праздничную атмосферу и дарит кустанайцам хорошее настроение. Он говорит, что у него уже есть постоянные пассажиры – это дети. Они ждут его автобус и угощаются сладостями. В новогоднем автобусе маршрута номер 105 прокатилась и Наталья Луговская. Вот уже 10 лет подряд водитель автобуса Евгений Калинин радует своих пассажиров. Кустанаец украшает салон в преддверии Нового года. Евгению помогал сын, он даже свои игрушки для этого принес. Елку папа с сыном тоже выбирали и покупали вместе. Людям праздничное настроение, себе праздничное настроение, потому что вот это кататься по 16 часов в день мы ездим, все, настроения нет никакого, а когда музыка новогодняя играет, а голову поднимешь. Выходят, улыбаются, говорят спасибо, даже порой сдачу не берут. Усиливают праздничное настроение песни про Новый год. Этот праздничный автобус уже стал знаменитым. Пассажиры снимают видео и распространяют в социальных сетях и мессенджерах. Ролик, ранее размещенный в инстаграме «Алау», набрал более 8000 просмотров и десятки положительных комментариев. Очень приятно, даже чувствуется. Его даже не чувствовалось, я вот в автобус залез, почувствовал Новый год 2018. Спасибо таким водителям, конечно, за такой позитив, добро. Хорошо украсили, молодцы, это начальник этого транспортного автобуса. Хорошо украсено, поздравляю с Новым годом всех жителей. Для детей водитель купил конфеты и сложил их в праздничный мешок. Каждый, кто выходит из автобуса, получает сладости. В прошлом году дети специально ждали в Заречном, просто уже показывали пальцем, по 3-4 человека, проезжали 2-3 остановки, платили за проезд, но брали конфеты, им вот это удовольствие было, что конфеты можно взять даром. Он будет работать и в новогоднюю ночь. Евгений установит планшет, и пассажиры смогут увидеть новогодние фильмы и музыкальные клипы. Наталья Луговская, РТН. И пока это все новости. Как всегда, больше информации на сайте alau.kz. Ищите нас также во всех популярных социальных сетях. Всего доброго.